Его величество Голливуд тем временем отрывался на фэшн-пати Стеллы Маккартни. Вечер хоть и был модным, но за лук некоторых гостей дизайнеру было очень стыдно. Ее знаменитый папочка не упустил момент, чтобы жестко потроллить дочь. Посмеемся вместе уже через несколько минут. А пока переместимся на другой конец света, в далекую Аргентину. Там сейчас продолжается супермарафон «Дакар». Экипажи нашей «Астаны» держатся очень достойно и входят в десятку лучших. Сумеют ли они до финиша догнать лидеров? Стартовал «Дакар» в этом году в столице Перу – Лиме. Юбилейная 40-я гонка собрала огромное количество участников. Всего в ралли-рейде участвует 335 машин, включая 188 мотоциклов и квадроциклов. Управляют ими более 500 спортсменов – пилоты, штурманы и механики. Отметим, в этом году Казахстан в гонке представляли три экипажа. К традиционно выступающему на грузовике Артуру Ардавичусу присоединились два квадроцикла. Впервые в Южную Америку приехали Максим Антимиров и Дмитрий Шилов. К сожалению, для Максима гонка закончилась. На одном из этапов он сломал ногу. Сегодня прошел 11-й этап. Благо, обе наши машины не только добрались до финиша, но и показали хороший результат. Ардавичус теперь идет в общем зачете на 5-м месте и подбирается к лидерам из стана команды КАМАЗ Мастер. А Шилов, в свою очередь, в десятке и отстает совсем ненамного от Игнасио Касале. Отмоталивайся! Спецучасток! 370 километров! Главное, что мы не развалили автомобиль, не вставали из-за колес. Однако не всегда шины остаются в порядке. Иногда их приходится менять в пустыне. Но сейчас гонщики постепенно спускаются к низине из высокогорья. До Аргентины экипажи ехали по горам Боливии. Это было серьезное испытание не только для людей, но и для техники. Здесь высота 4900 метров. Реально кружится голова, нам нужен кислород. 200 метров, step up, 2.9. Голова кружится, отдышка, мандраж, руки вянут. Завершится марафон в ближайшее воскресенье в аргентинской Кордобе. Таким образом, в общей сложности участники проедут маршрут в 9000 километров.